своей авторской и бардовской песни. Гости и участники 4-го открытого городского творческого фестиваля-конкурса бардовской авторской песни «Братья по разуму». Мы рады приветствовать вас на нашей усть-лабинской земле. Хороша наша земля усть-лабинская, плодородна, урожаями богата. В самом сердце казачьего края пролегла она. Эта земля всегда славилась талантливыми и трудолюбивыми людьми, которых заслуженно называют солью земли. Здесь оберегают наследие прошлого, чтят свою историю. Бардовская песня – древнейший жанр, более древний, чем инструментальная музыка и стихи. Свое начало этот жанр берет в музыкальной культуре Древней Руси. Сегодня в 4-й раз мы собрались здесь, чтобы отдохнуть душой, держа в руках свой любимый инструмент, способствовать укреплению связи между клубами бардовской авторской песни, сохранению и развитию лучших традиций жанра бардовской авторской песни, а также выявлению новых талантливых авторов и исполнителей. В этом году мы рады видеть гостей из Москвы, Ростова, Новокшахтинска, Краснодара, Таганрога, Израиля и многих других городов. Песня – это народное творчество. У каждого участника своя профессия, но объединяет нас то, что все мы сегодня собрались, чтобы отдохнуть душой. Как восхитительно все то, что сегодня нас с вами здесь окружает. А вы видели, какие тут по ночам звезды? Сплошная романтика и рай для автора-исполнителя. Наш фестиваль проходит при поддержке администрации усть-лабинского городского поселения, отдела культуры муниципального образования Усть-Лабинский район, а также наших спонсоров. Фонд «Вольное дело», сахарный завод «Свобода», теплосети и многочисленные индивидуальные предприниматели. Слово предоставляется главному организатору фестиваля, председателю клуба бардовской авторской песни «Братья по разуму» Евгению Юрьевичу Кутузову. Уважаемые гости и участники фестиваля, в 4-й раз мы собираемся на этой поляне по поводу фестиваля бардовской песни «Братья по разуму». Особой гордостью усть-лабинского района является ежегодное масштабное событие – районный фестиваль бардовской песни. С 15-го года он проводится в Усть-Лабинске, является главным музыкальным украшением яркого кубанского лета. На сегодняшний день фестиваль стал крупным мероприятием культурной жизни нашего города, открывая новые грани авторской песни, выводя на сцену новые таланты. Важным и ценным является поддержка, как сказали фестиваля, руководством района. Благодаря этому реализуются новые интересные программы, приглашаются музыканты, чьи имена звучат по всей стране, проводятся творческие встречи, что позволяет создать условия для возникновения живого диалога, профессионального мастерства, творческого потенциала подрастающего поколения. В течение этих лет на фестивале сложились традиции, которые дороги участникам и гостям фестиваля «Братья по разуму» и свидетельствуют о популярности и зрительском признании. Многие люди приезжают сюда с самого основания, целыми семьями, дружескими коллективами, не пропуская ни один из фестивалей. Уверен, что и на этот раз фестиваль станет подлинным праздником авторской песни. Выражаю особые слова спонсорам, организаторам фестиваля, всем тем, кто помогает каждому из нас насладиться душевностью музыки, создает атмосферу праздника. Желаю участникам фестиваля вдохновения, творческих открытий, а гостям фестиваля ярких впечатлений и приятных встреч! Мы приглашаем на сцену участников клуба бардовской авторской песни «Братья по разуму» усть-лабинского городского дома культуры.
которые исполнят гимн нашего фестиваля. Душам людским, как далеким планетам, стремимся во все времена. И здесь, на поляне, которое лето, родные звучат имена. Хорошие, добрые песни по кругу, кто лучше, кто хуже, не в счет. Вот кто-то гитару обнял, как по кругу, и что-то тихонько поет. Бриллианты и стразы нам не заменят общения. Все мы братья по разуму, братья по ощущениям. Хорошо жить в достатке, кто же с этим поспорит? Но души недостатки бриллиантов не скроют. Хорошо жить в достатке, но же с этим поспорить. Но души недостатки бриллианты не строят. А если тебе скучно, дружище, другие ты песни поешь, палатку считаешь, помнишь жилище, поход сил закон. Тебя осуждать не имею желания, как хочется, так и живи. Но не претендуй на мое понимание, ты братом меня не зови. Внизу разные, разные, все мы рвемся к общению. Значит, братья по разуму, мы по ощущениям. Как обнимемся разом мы, может, с этого лета вступят братья по разуму люди все на планете. Как обнимемся разом мы, может, с этого лета вступят братства по разуму люди все на планете. Разные, разные, все мы рвемся к общению. Значит, братья по разуму, мы по ощущениям. Как обнимемся разом мы, может, с этого лета станем братья по разуму люди все на планете. Так обнимемся разом мы, может, с этого лета вступят братства по разуму люди все на планете. Слово предоставляется председателю жюри фестиваля Александру Николаевичу Костромину. Дорогие друзья, поздравляю, конечно, вас с праздником. И к своему, так сказать, смущению и стыду хочу сказать, что я здесь впервые и еще не очень понял, где я оказался. Для всеобщего, наверное, сведения довожу, что председателем жюри должен был быть не я, а должен был быть мой ровесник и друг, замечательный автор песен, Юрий Львович Лорес,
который заболел, у него сердце, у него вставляют в него стенты, и он, конечно же, быть не может. И я вот в такой непонятной для себя роли председателя оказался после довольно длительного перерыва. Я уже лет 10 не был нигде председателем, это для меня не очень свойственно. Вот. Тем не менее, я хочу от лица жюри высказать такое соображение. Дорогие друзья, на самом деле никто не знает, что такое авторская песня. Вот, спроси каждого из присутствующих, и у него будет свое отдельное мнение. И задача каждого такого фестиваля – это выработка некоторого единого для нас, собравшихся, мнения о том, что же это такое. И целью работы жюри, вот проведение этого так называемого конкурса, совершенно не является определить, кто лучше, Пушкин или Лермонтов, из присутствующих здесь авторов. А стоит задача определить, а как же мы все вместе понимаем, что это такое. На нашем фестивале присутствуют почетные гости, наше многоуважаемое жюри. Дмитрий Макарчук, город Донецк. Игорь Семенов, город Ялта. На сцену приглашается Дмитрий Макарчук. Здравствуй, фестиваль. Здравствуй, удивительный город Усть-Лабинск. Вы уже, кто не знал, тот узнал, что мы вот с женой, с Аленой, представляем город Донецк и можем по праву сказать, что если царя в голове не хватает, если разума маловато, то братья легко перестают быть братьями. И как это ценно, когда независимо от цвета кожи, от многих других факторов, если есть что-то общее, ценное для всех нас, то в любой точке мира можно найти братьев по-разному. Строить не ломать, ломать не строить. Мы с Аленой, я от лица двоих говорю, очень рады, счастливы, имеем честь быть на этом фестивале, потому что он все больше и больше становится таким магнитом, куда примагничиваются замечательные, интересные люди. Нам очень интересно сюда ехать. За все это вам всем спасибо. И с праздником, друзья! На сцену приглашается Игорь Семенов. Добрый вечер, фестиваль. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались, понятное дело. Мы приехали из Ялты, Алушты у нас десант небольшой. И чему я рад, и вот весь наш экипаж, который сюда добирался, прекрасное было настроение, ожидание этого фестиваля. А вот для меня Усть-Лабинск связан как-то... Он живет в моем сердце с юношеского возраста моего. Так получилось, что когда-то, когда мне было 17 лет, учился я в одном заведении в Донецке, и у нас был дружок, авторитет компании, который был из Усть-Лабинска. И он нам конкретно рассказывал, какой хороший город Усть-Лабинск. Я его помню всю жизнь, вот это определение города вашего. И как здорово, что и вот я у вас уже был, еще раз мы сюда приехали. Ну что, вот я представляю, как тяжело было организаторам фестиваля, потому что понятное дело, как это все бывает. И огромное им спасибо, спасибо вам, братьям по разуму, которые здесь собрались. И я думаю, что фестиваль будет, ну, классно. Потому что, вот как сказал Александр Николаевич, председатель жюри, песня – это такое, такая вещь, нет, хуже, лучше. Есть разные люди. И вот я надеюсь, что много разных, хороших песен мы услышим на этой сцене. Мы открываем сегодня концерт песни, которая была написана к третьему нашему фестивалю в прошлом году «Братья по разуму». Называется она «Ждем вас, друзья». Слова Веры Ермак, музыка моя, Ирины Кобозевой. И помогает мне сегодня группа, вокальная группа эстрадного вокала
Микстон Войск города Услабинска. Руководитель Полина Копылова. Вот с краю, это моя дочь. И мне очень радостно, что теперь ее коллектив мне помогает. Итак, песня «Ждем вас, друзья». Шумят над Услабинском тополя, склоняясь над изгибами лобы. Родная, любимая земля, нам без тебя ни жизни, ни судьбы. Огнем. Быть радостными прихоти не приз. Поверьте, мы обычно так живем. Кого затянет будни дождя, кого всегда потечет сотни дней. Мы не родня друг другу, но семья. Ждем вас, друзья, наши ближние ранее. Мы разжигаем сердцем зови, и появимся сразу мы, братья по разуму, братья по разуму. Ждем вас, друзья, наши самые верные, встретят вас песни и радость безмерная. Сердцем зови, и появимся сразу мы, братья по разуму, братья по разуму, братья по разуму, братья по разуму. Много микрофонов. Какой же лучше? Неожиданно много микрофонов. Друзья и братья, мы хотим спеть песню, хотим продолжить, скажем, открытие, уже перейти к индивидуальным номерам. Хотим продолжить открытие фестиваля. Раз. Песней Юрия Бисбора. Раз, два, три, четыре, пять. Я здесь солист. О, ну, по-моему, ничего уже получше. Можно еще больше меня? Раз, два, три. О, да. И художественный руководитель. Наполним музыкой сердца. Устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем, вот сквер пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней от кресел золоченый. Куда с восторгом увлеченный несем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром и хлеб. Если
не приметил, не разглядев, кивком отметил и дальнюю показал. Там было очень хорошо, и все вселяло там надежды, что сменит жизнь твоей одежды. Друзья мои, сейчас я быстренько оглашу краткое содержание того, что будет в сегодняшнем концерте, пока первый участник готовится. Первым у нас поет Александр Костромин, председатель жюри. Вот. За ним Виктория Мурадян, потом Леонид Акатьев, потом Ольга Кушнирук, Сергей Рухленко, потом Алена и Дмитрий Макарчуки, потом Зинур Миналиев, Владимир Яковлев, Андрей Фокин, Александр Чибизов, потом будет представлен блок усть-лабинских бардов под общим названием «Братья по разуму», Игорь Семенов, Ульяна Григорьева, Владимир Ульянич, Сергей Котлов, потом будут Полозов и Ростопченко. К сожалению, пока еще я их плохо знаю, надеюсь получше познакомиться. Вот. И завершат программу Олег и Елена Водовозовы. Может быть, кто-то не знает, что он выступает, поэтому список вот здесь на торце. А может быть, кто-то собирался выступать, но каким-то образом не попал в концерт, подойдите ко мне. Дело в том, что песня как таковая, пока ее не поют, ее как бы и нет. Это, как говорил Владимир Ландсберг, песня-ресурс. Где-то она существует. Если хорошо, но если она существует у человека в душе, в памяти, и может быть как-то пропета им самостоятельно, самому себе в любой момент, это значит, песня стала его частью. В городе Москве я выполняю функцию, как говорил наш президент, он говорил так: президент – это не человек, президент – это функция. Так вот, я выполняю функцию художественного руководителя Московского центра авторской песни. Ни много ни мало. Почему? Как это вышло? Да потому что говорю много. Вот. Значит, я попробую сейчас немножечко представиться, потому что подавляющее большинство населения здесь присутствующего меня не знает и имеет на это полное право, потому что я обычно человек, который стоит слева от кого-нибудь еще, ибо основная моя творческая функция – быть аккомпаниатором. И я надеюсь на вашу поддержку. Первый аккомпанируемый мною горячо любимый человек, которому в этом году исполнилось 85 лет, и которому из этих 85 уже скоро 30, я с ним, как говорится, живу рядом, стою слева. Это Александр Моисеевич Городницкий. Кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой занавешенное низкое окно, бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами, вас не слышно, северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам,
наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, Митя, служба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, Митя, служба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с места, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас невстреченные, школьницы невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас невстреченные, школьницы невесты, в утренних асфальтовых южных городках. Прилетел я сюда из города Москвы самолетом, поэтому песня про самолет, касающаяся другого очень любимого мною человека, которому мне тоже довелось немало лет помогать. Это Александр Андреевич Дулов, царствие ему небесное, замечательный был души человек. А песня тоже, я надеюсь, что вы ее знаете. Стихи Вероники Тушновой. Ну, пожалуйста, самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни и руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Ну, пожалуйста, Новую году мне не тревожься ни о чем. Тихой ночью сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, самолет меня возьми, на усталость мне пожалуйся, на плече моем усни и руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Горы синие вдали. Ну, а это третья песня. Не по сезону, не по месту, но в связи с тем, что автору этой песни в этом году должно стукнуть 100 лет, ну, его уже 10 лет как нет с нами, это Евгений Данилович Агранович. Этого человека знают меньше, чем предыдущих двух. Но 10 лет его сценической жизни, а начал он петь со сцены в 80, хотя писал песни всю жизнь, все 10 лет я был с ним слева. И вот эту песню вы тоже знаете. Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал,
что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смел и удачлив, а счастья не знал. И носило меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт бросал в океан. Проклинал красоту островов и морей, и бразильских болот малярийный туман, и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнул бы всю жизнь и сначала начать, прилететь к ненаглядной пивунье моей. Да вот только узнает ли родина-мать одного из пропавших своих сыновей. Я в весеннем лесу пил бирюзовый сок. А на эту сцену я приглашаю Викторию Мурадян. Все плотнее наш круг, нас осталось немало. Искры в небо, руки снова срослись голубою гитарой. Искры в небо, покидай Чимган, мы хоть раз поклянемся этим хлебом, что все снова сюда хоть когда-то вернемся, где б ты не был. И куда бы судьба нас с тобой не бросала, мы вернемся, мы вернемся, возвратимся. Ведь в итоге Земля небольшая планета, возвратимся. Ведь осталось всего 3 недели до лета. Наши струны пусть удержат друзей, как стальные канаты в шестиструнье. К нашим старым друзьям вновь вернемся, ребята, даже если наш Чимган, не узнав, просто так улыбнется, мы вернемся, пахнет мятой. Это плачет Чимган по друзьям, кто не встанет с нами рядом. Встреча с ними теперь будет лишь ожиданием. Пусть нет лестниц им на землю спуститься с небесных качелей, но есть песни, что они у костров так безудержно пели. Пусть нет лестниц им на землю спуститься с небесных качелей, но есть песни, что они так безудержно пели. Светят звезды, это наши костры, для друзей разгорятся. Светят звезды, в старых песнях они будут к нам возвращаться. Светят звезды, светят наши костры маяками. Поклянемся, что уехав однажды, мы все же вернемся. Светят звезды, это наши костры, для друзей разгорятся, чтобы просто было им отовсюду назад возвращаться. Светят звезды, это наши костры, для друзей разгорятся, чтобы просто было им возвращаться. А наш концерт продолжает Леонид Акатьев. Ну, обычно я так считаю, что мы на гитаре начали играть в подворотнях, там вечерами собирались, ну и возле костра. И Давид Икизов, это такой у нас есть поэт ростовский, написал стихи довольно давно, ну, по поводу наших
гитарных, так сказать, встреч. Разгорится в ночи наш походный костер, искры тая летают над нами, а вокруг тишина и бескрайний простор. Милый дом далеко за горами, молчаливые ели мохнатой стеной, прочь от нас гонят ветер холодный. Но мотать километры один на другой не впервой нам в этой жизни походной. Где, друзья мои, нам пройти придется, и в каких краях наш костер зажжется, где, друзья мои, встретимся мы снова и споем. Все вместе у костра ночного, с нами молодость, сила, романтики пыл, с нами вечное счастье, свободы. Кто ни разу его до конца не вкусил, тот напрасно провел свои годы. А по нашим следам кто-то снова пойдет, и дай Бог, чтоб он не был последним. Пусть других ветер странствий дорогу зовет, чтобы в ночь у костра песни спеть им. Где, каких друзья, где, друзья мои, нам пройти придется, и в каких краях наш костер зажжется, где, друзья мои, встретимся мы снова и споем. Все вместе у костра ночного, ночного, ночного. Спасибо. А я приглашаю на сцену Ольгу Кушнирук. А мой воздушный шар по параболе и цепляется за карниз. Сколько лишнего, сама не радая, все безжалостно бросаю вниз. И вот летят, летят над южною столицею мои сомнения, мои амбиции. А кто-то там внизу задумчивыми лицами, ну если хочется, сорвав себя обиды, страхов, амуницию, лечу на шаре я свободной птицей. Пустых надежд и ожиданий коалиции боятся очень-очень ветра высоты. Все не верил ты, мол, иллюзии, но пылится шар в гараже. Научили добрые люди, да, мол, береги свои Фаберже. Да только слышу громкое от винта, небеса не требуют виз. Чтоб летел опять твой аэростат, надо лишнее сбросить вниз. И вот летят, летят над южной столицей твои сомнения, твои амбиции. А кто-то там внизу с задумчивыми лицами, ну если хочешь, сорвав себя обиды, страха, амуницию, летишь на шаре ты свободной птицею. Пустых надежд и ожиданий коалиции боятся очень-очень ветра высоты. У кого еще здесь не взлетает шар, а? Проведем сейчас мастер-класс, чтоб к седьмому не бурвалась душа. Надо просто сбросить
сбросить балласт. И вот летят, летят над южной столицей, летят сомнения, летят амбиции, а кто-то там внизу с задумчивыми лицами, ну, если хочется, пусть ловит их. Сорвав себя обиды страха по амуниции, летим на шаре мы свободной птицей. Успех, надежд и ожиданий коалиции боятся очень-очень-очень, боятся очень-очень, боятся очень ветра высоты. А концерт продолжает Сергей Рухленко. Я не был тут 2 года и жалею очень сильно, что не видел всех вас, ваши улыбки, ваши песни я слушал. Ну, на самом-то деле, мы едины, мы действительно братья, мы едины в своих помыслах, в своих песнях и в своих настроениях. Мне хотелось бы исполнить песню на слова Виталия Калашникова, наш замечательный ростовский автор. Песня называется «Я так хочу туда начало». Я так хочу туда в начало, где столько света и тепла, и нужна от любви так мало, всего лишь чтоб она была. Где ты застыл завороженный объятием маленькой руки, и мир загадкой воплощенной щемечет у твоей щеки. Или туда, где мир развенчан, он расплывается в слезах, напоминая чьи-то плечи, улыбку, волосы, глаза. Где в первых приступах отчаяния любовь, не зная, как ей быть, познавши чувство утекания, спешит себя оборонить. Но можно и туда, где поздно, ее спасать или беречь. Где все горит, где несерьезно, ждать повода от новых встреч. Ежеминутное молчание, когда любовь уже не жаль, там вроде за стеной отчаяния такая светлая печаль. Но, впрочем, можно жить и дальше, там мир так медленно болит, там пусто так, что шелест фальши и тут немного веселит. Где собираешься в дорогу, чтоб все забыть в чужом краю, где чувство тлеет понемногу, подтачивая жизнь твою. Но можно и туда, где поздно, ее спасать или беречь. Где все горит, где несерьезно, ждать повода для новых встреч. Ежеминутное прощание, когда любовь уже не жаль, там вроде за стеной отчаяния такая светлая печаль. Но только не сюда, где вдавлен кровать волной небытия, цепляюсь я за голос дальний, совсем забытый мной, где я. Свой взгляд уже не отрываю от окон и входной двери, любимая, я ожидаю. А я приглашаю на сцену дуэт, семейный дуэт, Алену и Дмитрия Макарчук. На самом деле, друзья, последнюю неделю я очень тщательно готовился. Холодная вода, сквозняки и все что угодно. И еще позавчера я совсем не имел голоса, поэтому отдуваться придется Алене. Здравствуй, гостеприимный Южный край. Вы знаете, настолько яркие впечатления прошлого фестиваля, у меня такое чувство, что мы с вами не расставались. Вот это все на следующий день. Поэтому нам очень приятно, что столько знакомых лиц, и мы здесь себя чувствуем очень хорошо. Спасибо вам большое за этот праздник. Я думаю, что у нас еще все впереди и в этот раз. Мы сегодня в узком кругу вспоминали московских авторов, бардов и покинувших нас, добрым словом вспоминали и Высоцкого, и мне почему-то вот захотелось спеть его песню.
«Баллада о земле». Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, и изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Поскольку мне трудно петь, то помогите нам, пожалуйста, и мы услышим, что вы там еще не уснули в темноте, потому что мы тут на свету, вы в темноте. Вам нужно выучить очень сложную фразу. Она звучит приблизительно так. Конечно, если это не лапоть, а... И дальше по тексту. Потренируемся или нет? Один разочек. Конечно, если это не лапоть, а... Ну, по тогда. Тексту. Да. Не, ну по тексту ориентироваться. Это слова Булата Шаловича, поэтому ничего не поделаешь. Не каждому поэту удача выпадает. Не каждому поэту читателей хватает. Но каждому поэту пути нового нет. Конечно, если это не лапоть, а поэт. Артист, а не начальство фортуна выбирает. Он в честь ее стократно за век свой умирает. Как злодейских душой выходит честь. Ну, конечно, если это не лапоть, а артист. От сотворения к судьям течет людское племя. Судьям закону служит, хоть тяжко его бремя. Грабители карая, хулители щадя. Конечно, если это не лапоть, а судья. Солдат идет с винтовкой, врага он не боится. Но вот какая странность в душе его творится. Он пушки ненавидит, и войнам он не рад. Конечно, если это не лапоть, а солдат. На стихи Высоцкого, это музыка Алены была, и на Булата Шаловича тоже музыка Алены, причем
лично ему, так сказать, пропетое и одобренное им. А эта песня на стихи Юрия Левитанского, нашего друга Александра Баламушева. Это тряска, это качка, ничего у меня такого. Это школьная задачка, поезд шел из пункта А. Это маленькая поезд, все о том же ехал поезд. Ехал поезд, ехал поезд, в пункту Б из пункта А. К пункту Б из пункта А. Это все куда как просто время, скорость, расстояние. Время множится на скорость. Восемь пишем, два в уме. Дождь и ветер, пейзажа. Три страницы, два пейзажа. Труп, церковь, элеватор. Две березки на холме. Две березки на холме. Это все куда как просто повесть, школьная задачка. Мы свое уже решили, мы одни уже в купе. Мы дочитываем поезд, повесть, школьная задачка. Будка, стрелка, водокачка. Подъезжаем к пункту Б. Подъезжаем к пункту Б. Что ж, плати за чай и сахар, за два ломтика лимона. Вкус лимона, вкус железа, да и двойная нить. Остается напоследок 3-4 телефона. 3-4 телефона, куда можно позвонить. Куда можно позвонить. На сцену выходит Владимир Яковлев. Песня на стихи Ольги Корницкой посвящена ушедшим, как говорится, в мир иной от нас собратьям по нашему жанру. Был такой период один, когда они так слишком часто уходить стали. Берковский, Ландсберг. И Оля написала как раз вскоре после этого стихотворения. И вскоре не стало Бориса Вахнюка. И меня это настолько уже окончательно добило, что появилась мелодия. Старых мокрых жалко.